Трагедия в селе Горокаменка произошла около полуночи. Разбушевавшийся огонь заметили соседи. Они же вызвали пожарных. Прибывший на место чрезвычайного происшествия пожарный расчет боролся с огнем около 50 минут. На месте происшествия выехала группа и обнаружила, что горит дом, принадлежащий усатому Сергею, 1974 года рождения. Были предприняты все необходимые меры. Была необходимость вызвать и вторую машину. Соседи утверждают, что в доме жила семья из двух человек, а вечер трагедии к ним пришли в гости два соседа. Возраст погибших людей составляет от 31 до 45 лет. Соседи заметили огонь и звали хозяина, но никто не ответил. Потом, когда потушили, были найдены 4 трупа. Соседи смотрели через окно на огонь, и горела как будто гирлянда, поэтому навряд ли от сигареты. Нам кажется, что они же были мертвы, когда случился пожар, так как нашли топор возле них, мертвых. Захожу домой, и мне говорят, что дом усатого горит. Я оделась и пришла. Дом горел, собрался народ. А из-за чего и почему загорелся, никто не знает. Я узнал в 9 часов, что сгорел дом и, возможно, умер брат. А что 4 человека погибли, не знал. Как вы думаете, их подожгли? Я не могу ответить. Работает полиция и прокуратура. Хотя, по моему мнению, все окна сгоревшие. Нет, ничего не могу утверждать. Служба полиции, от которой корреспондент Флор ТВ надеялся получить официальные данные о трагедии, отказался комментировать случившееся. Известно, что на месте пожара работает мобильная лаборатория для выяснения обстоятельств возгорания.